Евгений Плющенко, тренер олимпийской чемпионки Аделина Сотникова, рассказал о восстановлении подопечной после травмы. Аделина тренируется, восстанавливается. У нее на порядок лучше стало со здоровьем. Сейчас она откаталась в нашем туре. Все идет по плану. Надеюсь, в январе приступим к хорошим полноценным тренировкам. Пока она делает двойные, мы отрабатываем упражнения. Но тройные ей пока рано прыгать. Желание такое у нее есть, но еще не надо. Нужно, чтобы все уверенно и точно зажило, чтобы не нарваться нам на рецидив. Но она рвется в бой и готова сражаться, сказал Плющенко.